Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Сегодня я вам хотел бы показать очередной корм замороженный, мотыль крупный от компании Аквалога. На самом деле, давно у нас не было уже на видео заснятого крупного мотыля. Обычно мы берем мелкий мотыль, средний мотыль. Сегодня я решил сделать обзорчик небольшой на крупный мотыль. Замороженный корм в блистере, как обычно, для того, чтобы его было хранить в холодильнике удобно. И сразу можно заметить то, что достаточно крупные кубики, рассчитаны на крупную рыбу, соответственно, и крупный мотыль. Но сделано все с умом, то есть каждый квадратик, он немножко прорезан, чтобы было удобно отломать кусочек, если нужен он поменьше. Вот так вот сделали, дорогие друзья. Почему мне нравится кормить замороженными кормами, и кого вообще я кормлю замороженными кормами? Конечно, это цихлиды, в первую очередь, крупные рыбы. Но больше всего мотыль, вообще замороженные корма, очень хорошо подходят для всех хароциновых, карпозубых, как я уже сказал, американских цихлид и карповых рыб. Почему замороженные корма я предпочитаю больше, чем живой корм? Замороженный мотыль, в частности, в сравнении с живыми, гарантирует обеззараженность, потому что его обрабатывают перед тем, как засунуть в блистер. Именно поэтому мне он больше нравится, и я предпочитаю замороженный. Но живым кормом, конечно, кормлю на свой страх и риск. Причем мотыль – это один из самых популярных кормов, пользующийся наибольшей популярностью у любого, в принципе, аквариумиста, применяется в качестве основного корма для многих и многих рыб. Компания Аквалога достаточно серьезная компания, они занимаются не только замороженными кормами. А теперь, наверное, нам нужно пойти и посмотреть, как будут кушать этот мотыль рыбки. Единственное, скажу еще один моментик такой, что мне не очень нравится, это то, что он без упаковки, то есть вот так вот он продается. Стоит он больше 100 рублей, но в разных магазинах по-разному, где-то 115, где-то 120 рублей на сегодняшний год, а сегодня 2017 год. И если присмотреться, все равно видно белые пятна, это вода, то есть по-любому мы еще платим, помимо того, что мы платим за мотыль, мы еще платим за воду. В идеале вот этих вот белых таких вот моментиков в блистере быть не должно. Ну что ж, пойдемте смотреть. Как видели сами, дорогие друзья, достаточно крупный квадратик из этого блистера я не успел поднести к цихлидам, даже не отпускал из рук, они налетели и практически сразу его съели. Настолько хорош мотыль крупный от компании Аквалога. И в качестве эксперимента я крупный мотыль, как вы видели, закинул еще и барбусом. И они тоже его с удовольствием, хотя он им, в принципе, для них он крупноват, не по их зубам. Но даже они с удовольствием его съели. На этом, в принципе, видео подошло к концу. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх. Если не понравилось видео, палец вниз. Любой ваш комментарий всегда для нас очень важен. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы, если вы будете их задавать. Кормите свою рыбу всегда только качественными кормами, и она всегда будет вас радовать. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.